Гордон. Прости, что я почти не помогала. У меня все еще подгибаются ноги. Хорошо, Фримен. Фримен, как справно ты с ними справился. Идемте. То, что мы ищем, находится в лагере над нашими головами. Да, вперед. Ступай за мной, Фримен. Лифт отвезет нас прямо к средству передвижения. Почему нас до сих пор не заметила охрана? Думаешь, до них добрались комбайны? Эта теория имеет право на существование. Веди нас. Все, чем мы можем Боже мой. Здесь действительно побывали комбайны. Но и сами попали в западню. Хаткрабы потрудились и над теми, и над другими. Эй, смотрите! Там, на мосту! Это та машина, о которой ты говорил. –
Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести ее туда, мы должны суметь вернуть ее оттуда. Рекомендуем поручить это задание Фримену. Эй, мне уже гораздо лучше. Улучшение сойдет на нет, если ты окажешься среди токсичных отходов. Лучше мы останемся наверху и прикроем Фримена, который отправится навстречу опасностям каньона. Вот это приспособление оправдает наше присутствие наверху. Полагаю, ему нужен заряд. Ступай, Фримен. Я присмотрю за Алекс Венс. Что ж, Гордон, придется тебе идти одному. Давай я сниму поле. Удачи, Гордон. Будь осторожен. Thank you.
обнаружено. Yeah!